Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Никитос. Сегодня мы будем играть в игру Hungry Shark Evolution. Как вы думаете, взломана ли она или не взломана? Естественно, взломанная, друзья. Да, без взломки я тупо не могу. Сегодня мы пройдем от самой маленькой акулы до самой гигантской, друзья. Первая акула у нас это рифовая акула. Самая первая, самая начальная акула. Вот. Вот так она выглядит. Давайте ее рассмотрим получше. Вот так она выглядит. Ну, как она выглядит, я думаю, никому не надо знать, потому что многие, наверное, или не многие, но эта игра довольно популярна, я так скажу. И в моей жизни она заняла очень много времени. Но для меня эта игра лучшая по акулам. Для меня, короче, она лучшая, как по мне. Так, рифовая акула. Самая первая, самая начальная. Мне нравится вот рифовая акула. Она хорошая. Так, что это там взрывается? И мы уже получаем уже третий этап. Ничего себе. А, я понимаю, кто это стреляет. Это вот этот вот акула-пират. Ну-ка... Ну, минус в том, ребята, то, что когда мы играем за самую большую акулу, там, допустим, за Дункляста, ну, не самая большая акула, просто за такую довольно большую акулу, допустим, Дункляста или Мегалодона, почему-то вот эти вот маленькие, акулы рифовые и акулы молот, они каким-то образом нас кусают. И белая акула тоже нас кусает, хотя мы в эту очередь просто их съедаем. А также, правда... Вот каким образом они могут нас кусать, если рифовые акулы, вот эти вот маленькие, они первоначального уровня. Вот каким образом они так? Ой, этого мы пробить, походу, не можем. Иди сюда. Не можем его пробить, к сожалению. А жалко. Ну ладно. Так, черта разница. Так, вроде бы новый этап. А нет. Да, я хочу сожрать его. Ты что такой бессмертный, а? О, там была только что электрическая акула, кстати, я съела. Так, так. Так, вот эти рифовые акулы. Ну ладно-то, блин, эти, конечно, вот рифовые акулы могут кусать нас. И вот эти вот... акулы молотые, они могут нас кусать, ладно, все. С этим все понятно, потому что мы на начальном уровне там и так далее. Но, блин, когда ты за гигантскую акулу, а они тебя каким-то образом кусают, ну, блин, это жесть. Как это вообще возможно? Ну, ладно. Так, ребята, извиняюсь, это у меня там это фигня произошла. Может, кто-то ко мне опять мне мешает при видео. Естественно, мне мешает, когда снимаю видео. О, господи, куда же мне еще мешать-то? Смотри, какие мы резвые, какие мы быстрые. Что это, ты меня кусаешь? Слышь ты? Ё-моё, сколько здесь черепах? Ну, вообще, для рифовой акулы легко дойти до 10 левела, потому что она, ну, как я уже говорила, она первого уровня, точнее, начальная эта акула, самая первая. Ну, и ей легче всего уровень прокачать. Вот. Так, да, мне стреляют. Опять мы... Нужна акула побольше, да потом она будет у нас. Это ваша акула побольше. Туда вы собираетесь? Хотя зачем нам деньги? У нас все равно и так их просто бесконечность. Но это так, для компенсации. Но все равно. Так, осторожно обходим. Ну, конечно же, осторожно у нас не получилось. На карты. На картаны сил.
Хорошо, давайте еще немножко дойти до 10 левела. Вы слышите, вы что? О, господи, сколько у нас золотая мана уже идет. Так, иди нафиг. Иди нафиг. Давайте поиграем в игру под названием «Я убью». О, вот это акула. На, сожрали. Кстати, в эту очередь мы можем ее убивать. Давай, вот это сожри. Вот, все, 10-й левел. С большими акулами это очень трудно сделать, я вам так скажу. Вот, на голову нас сожрал. Так, давайте во вторую локацию пойдем. Вторую локацию. Это у нас зимний биом. В городе тоже есть зимний биом, но... Так, есть. И там, кстати, где-нибудь можно найти самого Алана. Ну, он там просто как экспонат. Ну, или фактически напоминание о эволюции. Понимаете, кстати, ребята, у нас есть время. Если мы будем жать таких персонажей, как Медвинов или Морозко, то время будет, ну, больше время будет, как у нас. Ну, здесь мы всегда можем. Видите, нельзя сюда пройти. Ням-ням-ням-ням. Господи, да у меня тут кот с шариком играет. На. Я хотел. Так, где-то у нас здесь есть акула. Вот она. Такие, это супер акула. Так, я не получил. Вот, мы переместились сюда. Сюда иди. Ой. Так, карта, кстати, вот. Картографическая картина. Посмотрите, какая маленькая рифовая акула. Вот такая маленькая. Так. Здесь ракушки, так, короче. Да блин, кот, ты можешь поиграть потом? На. Жри, все, жри. Ай-яй-яй, зачем я это делаю? О, мегалодон! Нам он нужен. Это мне нужен мегалодон. Сожрать. Вражеский мегалодон. Только куда-то музей дели. Я вам даже могу потом показать, куда вот я сейчас... Выйду из игры, я могу показать вам. Ну-ка, смотрите. Обожаю эту песню. 1, 2, 3. Да, блин, Масик. Смотрите, о. Бам, малышка. Вот такая вот. Ну так, давайте назад, смотрите. Всегда заходил в настройки. Смотрите, здесь есть только данные. Вот, смотрите, данные просто. Итоги просто. Вот здесь нет ничего такого. Дальше. Так, смотрите. Помощь. Совет. Здесь только совет. Смотрите, совет. Кредиты, это об игре. Поддержку я не буду нажимать, потому что мы можем... Так, вот смотрите, опции... Вот, видите? Убрали музей, представляете? Убрали! Реально бы убрали! Так вот. Это какой-то здесь чувак. Карин за 0310. 9 часов. А, нифига себе. А где я? Интересно, а где я? Реально. Да, масяу!
Зачем я нажал играть? Без такого управления, конечно, нужно было вывалить меня из этих. Ну нет! Нет! Мне нужно вот смотреть эту дичь. Что за фигня? Я не имею права смотреть эту хрень. Сейчас, ребят. Господи, как меня бесит эта реклама. И плюс они еще не дают мне выйти из этой дебильной рекламы. Ненавижу. Так, давайте я купим окуленка. Так. Как говорится, ребята, подготавливаемся к лету. Можно так это сказать. И играть. Ох, офигенно сейчас будет. Личный рекорд. А ведь когда я удалил эту игру, чтобы ее обновить, как бы чтобы еще раз ее взломать. Ну, для того, чтобы у меня появились новые акулы. Короче, я удалил ее. Так, удалил ее, да. Еще сказать хотел. Я уже забыл, что я хочу. Это опять же нужна акула. А, вот. Короче, когда я удалил эту игру. Но когда я захожу в игру, я сразу смотрел на свой этот этап. Вот этап, блин. Короче, у меня личный рекорд был 81 миллион. Я не знаю, просто как вам доказать, ребят, но у меня реально был рекорд 81 миллион. Вот. Это я там так долго задротил. Набралось у меня вот столько. Так, здесь может быть или Алан, или Кусака. А, нет, это не здесь. Ух ты, говно, блин. Мне еще замедлило. Давай, ладно. Надеюсь, неправильно. А, не, мы идем неправильно. Мы сюда просто каким дебилом пришли. Эй, иди нафиг. Здесь дракон, да, мой любимый игрушечный дракон. Обжарься. В смысле? Вы охренели? Слышите, мои, давайте жрите этих гадов ползучих. Иди нафиг. Так, давайте посмотрим. Где-то здесь у нас должен быть выход. Нет? Нету выхода, серьезно. Ну, блин, это не дело. Мы сейчас так к крабику танцующему придем. Потанцуем крабика. Так, мне кажется, что я начинаю сходить с ума. А, вот, смотрите, я иду. А, да, вот сюда нужно путь куда-то. Белая. Белуха. Идите вообще нафиг. Так жизни мало. Так, давайте посмотрим, где мы находимся. Ага, ёперный театр. А, блин, а мы, кажется, вообще не туда плывем. А или нет, мы туда плывем, смотрите. Да, мы плывем совершенно тутес. Мы просто запутались. Куда нам плыть? В это дерьмо никогда не отстанет от нас. Плыви, мистер акула, плыви. Так, да, все правильно. Ну, вот так. Наплевать, мы пираты. Я сюда. Так. О, господи, да кто орёт у меня под окном? Дебилизм. Мне даже нормально видео... нормально видео не дадут снимать. О, подводная херня. Ребят, давайте поспорим. Здесь 100% должна быть акулия... Ой, тихо, акулия. Ой, блин, у нас травма от перепада давления. Ну, блин, почему эта акула такая дерьмовая, а? Ну, ладно, шучу. Правда. Где мы, стоп? Господи, мы вообще не попали. 100% здесь должен быть мистер Кусака. Блин. Вот я ж говорил! Я выиграл. Я знал, что здесь будет мистер Кусака. Мы попадаем в какой-то странный биом. Это же Хэнгри Шарк, друзья.
Наверное, там, где просто обожают эту игру. Так, а, мы туда не можем выйти за пределы парка. Где-то здесь должен быть самолет, который будет прилетать, и там будет написано «Friendly Star». Наверное, от самих разработчиков. Ой, блин, мы так быстро, ну, валим, значит. Вот уродская белая акула. Поплатилась она за свой кусь. Так, нафиг иди. Ай, больно в ноге. Иди сюда. Давай, расфигачь. Ебач. Да, ну давай, что такое? Ой, лох. Не может попасть меня. Лох, я говорю, лох. Это должно быть реально здоровая акула. Иди отсюда. Дебильная хрень. Да иди ты нафиг, слышь. Что вы ржете еще в кастрюле? Иди нафиг! Я сейчас подниму за эту штуку. Так, нужно мой брать. Давай. Ай! Жри. Как мне плевать уже на все. Давай пожираю такую. Какой-то непонятный. Давайте посчитаем прейгл. Непонятно, короче, прейгл какой-то. Ненавижу. Ой, да блин. Еще сраный. Конечно. Короче, опять подох я. Иди нафиг. Что ты сделал мне? На, кусака, я сейчас тебя сожру. Выбирайся быстрее, выбирайся. Да блин. Ах ты, шупчик мне в рот. Все, это последний шанс, ребята. Смотрите, ребята, здесь будет, наверное, какая-то огромная акула. А нихера. Все, убираемся. Быстрей, блин. Ой, я видел кого-то мегалодон. Вражеский еще трест. Давайте. Опа, сожрали белую какую. Блин, я хочу дойти до 10-го мегала, прям сучу. Сюда, где? А, тут палец клава. Ой, еще одна. Я сюда. О, наконец-то 8-й хотя бы. Я его не дал. Не офигел ли? О, это человек акула там. Человек какула. Как акула. Так, ну с акулой Мака немножко потруднее дойти до 10-го. А представьте, как трудно начинается с белой акулы там. Представьте, как трудно, блин. С другими акулами. Интересно, встретим ли мы когда-нибудь вражеского Лео? Лео Плеврадона, точнее. Я надеюсь, что да, если... Потому что придется ли этот Лео Плеврадон, которого я так себе хотела, как и мистера Кусака Мазазаврик. Кого они там уже убить успели? Лыха, чё лыха, ты сейчас горишь? А здесь же мячик был, в смысле. А, вот он. Опять.
опять на скейтборде появились. О-о-о, клево, клево. Так, еще бы 10-й левел нам. Левел. Говорил. Так, ну-ка, я хочу собрать покупки. Потому что здесь же еще задание выполнять нужно. Вот, когда ты просто уже открыл всех акул. Блин. Так, я кого-то... Я еще выполнил задание. Так. Так, какие у нас задания? Так, много уже выполнено. Осталось... Съешьте 5 летящих пеликанов. Офигенное задание. Ну ладно. Хорошее задание, конечно, но... потом съедим. Сюда. Вы мне вообще тут мешаете, вы меня отвлекаете. Да иди отсюда. Ты говно. Да, наконец-то десятка. А это вообще плохо. Величественную акулу Мака. Хотя нифига. Вообще у Мака должны быть зубы такие, как бы, не знаю, видели вы когда-нибудь акулу Мака, но у нее зубы прям острые-острые такие, реально. Вот кто смотрел, это как там, блин, как там это? А, вот глубокое синее море, там акулы Мака, у них было очень острые зубы. Слышь, что ты охренел, иди сюда. Вот, у них были очень острые зубы, но здесь... Такие зубы обычные у них. Ну ничего, в принципе, и так акула получилась очень красивой и насыщенной. Так, давайте подорвем вот эту, друзья. Или хотя бы их зафигарим. На, правильно. Смотрите. Опа. Ой, блин. Да ё-моё. Иди сюда. Ну, нас убили. Ничего. И вот как раз... Да. Уже 2 миллиона очков. Да, блин! Это нормально вообще? Бесит реклама. Просто бесит. А, ненавижу. Не могу терпеть. И мы уже... Так. У нас открылась как бы акула молот. Так, миссия, так, закушку, чтобы открыться. Итак, ребята, это была первая серия. В каждой серии у нас будет по 2 акулы. Ну ладно, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч, друзья, пока!